Ребят, всем привет. Ну вот, наступил и у нас первый лед. 3 декабря сегодня. Выбрался и я. Народу уже прилично. Жерлички я выставил. И уже есть сработочка. Сейчас пойдем смотреть. Размотала на всю, но натяжки нет. Сейчас будем смотреть, кто у нас там. Кто-то есть. Тут-то есть, но не крупный. О, шнур. Вот такой вот шнурочек. Ребят. Подзаел. Подзаел. Такого отпустим. Так. Все. Не гуляй. Так. Начало положено. Народ у нас прибывает и прибывает. Уже 7 человек, помимо меня. В том году я здесь начинал. Один был. Ну и лед был, конечно, не такой, как сейчас. Последние 2 дня тут были морозы. До 20 градусов доходили. И лед уже такой. Ну, 7 оборотов моим буром. Так что так, первая рыбка есть, отпущена. Ну и продолжаем ловлю. Не прошло, ребят, и 10 минут, как у нас еще есть поклевочка. Идем смотреть. Не размотала и не мотает, сдернула и стоит. Ну что, подождем. Ну что-то, ребят, прошло уже около 5 минут. Никаких движений нет, не мотает. Наверное, надо посмотреть. Да, нет никого. Сорвала живца. Вот так вот. Ну что,
заряжаем и по новой. Ребят, у нас сработочка. Идем смотреть. Подкручивает. О, она размотала уже все. Уже все размотало, ребят. Нет никого. И нет никого, ребят. Карасик наш живой. Вот так. Ловим дальше. Ага, ребят, есть у нас еще поклевка. Бежим смотреть. Только что шел, обращал внимание туда, и не было поклевочки. Вот сейчас, пока включил камеру, решил показать вам, сколько народу сегодня. И вот поклевочка. Ну, не мотает что-то. Не, я думал, размотало. Нет, не размотало. Угу. Есть, ребят. Есть рыбка. Такая у нас щучка довольно-таки и неплохая. Отлично. Отличная рыба. Ловлю сегодня, ребят, на карася. Такая. В районе киложки. Неплохая щучка. Вовремя я ее засек, не успела она заглотить. Ну что, отлично, ребят,
Карасика отпустим. Пускай живет. Отлично. Две холостых поклевки у нас было. Одну маленькую щучку я поймал, отпустил. И вот такая в районе килушки. Отличная щука. Что, ловим дальше. Ребят, пока переставлял жерлицы, получилась поклевочка. Идем смотреть, кто там у нас. Пятая поклевка уже на сегодня. Не размотала даже нисколько. Нисколечко. Ну что, подождем. По-моему, на эту жерлицу уже была сегодня поклевка. Сорвала живца, когда. Подождем, может быть, начнет крутить. Хотя щука, если взяла, то она крутит сразу. Тут, скорее всего, наверное, опять поклевка мелкого судака. Тот любит ударить и все. Народ потянулся к берегу. Видать, окунь не клюет. Бегали они с блеснами. Люди уже на мотособаке выехали на лед. Опасно, конечно.
никто не крутит у нас. Наверное, что у холостого. Ну, сейчас посмотрим. Да, никого. По-моему, и живца нет. Ну да. Вот так вот. Ну что ж, перезаряжаем и дальше ловим. Ребят, снова поклевка. И снова на ту же жерлицу. Я не знаю, кто там у нас живет. А хотя нет. Чуть-чуть правее. Идем смотреть. Подкручивает кто-то. Кто-то у нас подкручивает. Здесь есть рыбка. Вот такая щурогайка. Таких мы отпускаем. Вот так. Гуляй. Зови маму и папу. Вот так вот. Шестая поклевка и третья рыба. Реализация 50 на 50. Ну вот, ребят, часа три, наверное, сидел, и не было поклевок. И вот флажочек. Ну, что-то не мотает. Подождем.
Не хочет. Не хочет. Наверное, мелкий судачонок ударил. И все, была бы щука, она бы крутила бы уже хорошенько. Седьмая поклевка это сегодня. И получается четвертая нереализованная. К вечеру такой ветерок задул. Ну что, будем смотреть. Даже, по-моему, и живца нет. Не живец на месте. Живчик на месте. Ну что? Ждем дальше. Есть, ребята, еще поклевочка. На самый дальний. Ого, тут у нас тут подключивает. Опа. Есть. Есть. Такой вот шнур. Вот такой. Отпускаем. Карасик.
живой остался. Хорошо. Ну, ловим дальше. Ну вот, ребят, время уже вечер. Заканчиваем нашу рыбалку. Такой закат у нас. Ну и подведем итоги. 8 поклевок было. 4 реализовано. 3 рыбки мы отпустили. Ну и одну взяли. Вот такая вот красотка. Такое вот выдалось открытие зимнего сезона. Ну и, как обычно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока!